Есть сегодня ряд людей, которые используют ислам как инструмент для того, что раскрутит вот эту вот агрессию. Да, да, да. И эти люди чувствуют, что это может быть и подход, это потому что какой есть сегодня перспектив в Европе и во Франции? Понимаете, в 60-х годах было просто. Когда Помпиду пришел, он сказал, через 10 лет будет там, у каждого будет дом, холодильник, телевизор и машина. У всех есть это. И тем не менее, все пьют прозак. И тем не менее, понимаете, там, где вот это чувствие,